Ну а теперь, друзья, посмотрим на электрокар, который чуть-чуть покрупнее, помощнее, с большим запасом хода, но все еще Volkswagen, также привезенный Avilon. Смотрите, ну видно, конечно, что он существенно больше, чем ID3, ну и называется ID6. Индекс в два раза выше. Ручки уже, смотрите, какие модные. Подсовываем, нажимаем там, то есть она не вытягивается никуда. Так, здесь у нас двери потяжелее, подсветочка такая. Пульт тоже по такому же принципу, да и вообще весь дизайн салона, он построен совершенно по тому же принципу. В общем-то здесь, в общем, все то же самое, давайте заведем. Все по красоте. Выбираем офлайновый аккаунт. Ну что у нас здесь? Расход энергии растет 2,9 киловатта в час на 3,2. Это, ну, что-то такое у нас, видимо, мы включили фары, наверное, и 3,8 киловатт в час, 3,9 обогрев. Давайте это выключим, кошмар, то мы сейчас всю батарейку здесь посадим. В общем, запас хода, хотя написано, что он 562 километра, здесь у нас с батареей 92%, он написан как 261 километр. Ни один на моей памяти электромобиль, у которого написано там 600 км запас хода, столько не проезжал. Всегда это минимум в 2-3 раза меньше при обычной езде. В общем, автомобиль такой солидный по размеру, полностью электрический. Силовая установка здесь чуть-чуть более 200 лошадиных сил, но поверьте, этого достаточно, потому что это электрические силы. Дверь, по-моему, она огромная просто, да, смотрите, какая большая. Ух, прям можно заскакивать сюда. Салон у нас трехрядный здесь. Сзади еще два места, то есть по конфигурации, опять же, напоминает Терамонт. Но разве что высокий пол выдает, что здесь, судя по всему, под ним стоит батарея. Места сзади вполне достаточно, можно отрегулироваться. В общем, учитывая, что автомобиль трехрядный, весьма интересно. Стоимость ID6 в России в исполнении Авилона чуть более чем 4,6 миллиона рублей. Ну, а много это или мало за фольксвагеновский электромобиль, который можно купить здесь и сейчас в России в 2023 году, напишите в комментариях свое мнение на этот счет. Но багажник мы открывать не будем, потому что автомобиль большой, он еле поместился. Вот. Но что-то там, кое-какое место все-таки есть. Ну, примерно как и в других трехрядных автомобилях.